перед Новым годом мы приехали в такое интересное место, которое называется Пулман. Это National Monument, то есть это принадлежит системе национальных парков. И это историческое место, расположенное в Чикаго, где раньше была фабрика по производству вагонов для поездов. И, в общем-то, они курировали вот эти вот перевозки на поездах, ну, по всей территории США, в общем-то. И здесь они делали вагоны, вот именно как раз, где мы стоим. Вот, например, вот здесь вот эта цеха. И тут производили вагоны повышенной комфортности. То есть там можно было спать, там подавали завтрак. Это очень отличалось от того, что было принято в то время. И Пулман — это фамилия того человека, который владел всем этим, тот, который придумывал это, тот, который это строил и руководил, в общем-то, всей этой территорией. Он построил такой целый город здесь. То есть здесь был и завод, и жилье для работников, и, в общем, какие-то социальные выплаты он им делал. То есть, в общем-то, как бы он поддерживал, стимулировал людей жить вот на этой территории. И этот национальный монумент расположен на юге Чикаго, примерно минут 20-25 езды от центра. Мы тут никогда не были, давно собирались, но вот наконец-то приехали, потому что сегодня у них такое интересное мероприятие. Они празднуют как бы Рождество здесь, зажигают елку, обещают прибытие Санта-Клауса буквально вот через часик. Так что мы пока погуляем по территории, посмотрим. Тут очевидно, что все новое, отреставрированное. Его открыли буквально в прошлом году заново, спустя много лет, когда он реставрировался. Выглядит здорово. Погуляем, посмотрим. Ну и посмотрим на Санту. Этот монумент отреставрировали довольно недавно. И так видно, что все свежее. Здесь сделали такой парк. И вот сохранили старые железнодорожные пути. И сделали лавочки. И так все выглядит прям очень здорово. Мне кажется, летом тут полежать на этих деревянных лавочках. Классно. Оставили вот этот индустриальный дух этого места. Специально, чтобы можно было прочувствовать. Так, что это тут у нас? Пока Антон записывал вступление к видео, приехал Санта-Клаус. Да, вот это вот тележка Санта-Клауса. Тут, наверное, были еще олени запряжены, но, наверное, они ушли. Так что Санта-Клаус прибыл в национальный монумент. Сам этот комплекс состоит вот из такого вот здания, главного как бы центральной фабрики, несколько вот цехов по производству, парк вокруг. И вот на той стороне есть жилые районы, где, в принципе, даже сейчас живут люди. И там сохранятся какие-то старые здания, там какие-то старые особняки. Вот отель, например. Мы сейчас туда пройдем и посмотрим эти дома. Очень напоминает завод Кольта в штате Коннектикут, город Харфорд. Мы там были. И это завод, где производили оружие Кольт. И, в общем, там также сделан вот административный центр, несколько домов жителей. И, в общем, тоже можно погулять по городу, по району, посмотреть. Это отель 1881 года постройки. Он сейчас закрыт на реставрацию. Там вроде сказали, что частично он уже открывался в прошлом году. Там некоторые комнаты показывают, но пока еще недоступен для такого широкого круга. Но все равно... 1881 год постройки, это 150 лет зданию.
это рыночная площадь, и вот эти вот такие вот по углам такие здания с колоннами были построены к Всемирной колумбийской экспозиции 1893 года. Самое интересное, что сейчас здесь живут люди. То есть вот здесь вот есть квартиры, и наверху вот там вот проживают, можно сказать, обычные люди. А вообще здесь раньше был рынок. Вот там в центре, на площади. Сейчас это тоже реставрируется. Эти дома тоже были построены в конце 19 века, точнее два с краю. Вот этот дом и вот этот, они были восстановлены. А вот этот вот дом по центру, он был снесен в 20-е годы 20 века и, соответственно, перестроен. Вот эти все дома тоже все с тех времен, в общем-то. Что-то отреставрировано, что-то перестроенное, но, по крайней мере, дизайн сохранен. Домов сейчас открыт, и вот можно зайти посмотреть интерьеры, вообще как все выглядит.